папа, это ты. Пойдем играть, папа. Теперь он совершенно безопасен. Она не твоя дочь. Ты понимаешь? Ее зовут Элеонора. И она моя. А теперь на колени. Сними свой шлем. Отлично. Возьми пистолет. Приставь дуло к виску. Стреляй. Сигнал очень слабый. Это дом, где все вверх дном, вверх потом, а крыша пол. Это дом, где все вверх дном, снег улыбкой вокруг. Это дом, где все вверх дном, вверх равно.
Правило номер один – рыцари, швабры и тряпки. Вы на океанском дне. Если вам вдруг почудится, что по каске барабанят капли дождя, считайте, что вы уволены. Правило номер два. Вы можете прикурить сдохший генератор, но сначала выведите посетителей из бассейна. Богачи пугаются, когда рабочие вдруг начинают швыряться молниями. Сечете? Их уже потерял, что больше не считал. И на этот раз останься мертвым! Если ты не приходишь на собирательниц, то нет, все умные папы гуляют в саду. Отец! Так долго спал? Или оно раскучало по тебе? Отыщи ее, и тебе станет намного лучше. Папа! Наконец-то сигнал. Послушай, тот, кто возвращает жизнь в этот мертвый город. Меня зовут Тененбаум. Я знаю, кто ты такой. И мне очень нужна твоя помощь. Прошу, отыщи меня на станции Атлантического экспресса.
моей дочери Элеоноре. Скоро ты родишься, и восторг станет твоим домом. Тебя, как и меня, когда-то вырастят, чтобы служить интересам ближних. Потенциал этого города огромен, Элеонор, но наши убеждения ему чужды. Жизнь твоя будет трудна, но любая революция требует огромных жертв. Если мы будем терпеливы, восторг станет нашим. Говорит доктор София Лэм. Помните, вы не одиноки. Думайте обо мне не как о вожде, а как о матери семьи восторга. Я снова в восторге после стольких лет. Малышки, которых я спасла, выросли и больше не вспоминают обо мне. После того, что я когда-то с ними сделала, я счастлива быть преданной забвению. Как вдруг по всему миру начали бесследно исчезать дети. И я вернулась, с ужасом понимая, что знаю истину. Кто-то вновь создает малышек, продолжая мою работу. Мое грешное дело. И я должна остановить их. Даже если мне придется умереть. Мне чудом удалось остаться в живых, спускаясь сюда, но я здесь, и это реальность. Восторг. Вот куда они забрали мою бедную малышку. Из лодки я видел, что почти весь город разрушен, но кое-где горят огни. Какие-то фигуры двигаются. Я отвлекаюсь. Наверное, это от страха. Возможно, если я найду эту доктора Лэмп, голос, который я слышу из громкоговорителей, то найду и Синди тоже. Говорит доктор София Лэм. Помните, старшая сестра постоянно следит за вами. Воруя Адам, вы воруете у семьи восторга, у вашей семьи. Диана настояла, чтобы мы провели выходные в Адонисе. И вот я уже хочу отдохнуть от собственного отдыха.
когда она в очередной раз решает поставить мне в вину мою работу, ее слова превращаются в бесконечное блеяние. Я основал восторг, чтобы освободиться от законов и религии, чтобы жить среди тех, для кого сама работа является заработком. Но когда Диана сказала, что носит моего ребенка, это привело меня в замешательство. До сих пор я никогда не думал о том, что останется после меня. Возможно, после Нового года. В этом костюме даже океан не причинит тебе вреда. Это хорошо. Однако восторг принес гибель множеству великих людей. В одиночку ты долго не протянешь. Ты еще можешь прийти на станцию и найти там меня. О, Гер Дельта, ты здесь, как и сказали малышки. Поднимайся к билетной кассе, и я расскажу тебе все, что мне известно.
Большинство из выживших теперь такие. Мутанты, наркоманы, грязные животные. Говорит доктор София Лэм. Эндрю Райан мертв. Однако тиран живет в каждом из нас. Помните, мы отвергаем ген. Мы отвергаем личность. Мы отвергаем тиран. Говорят, без солнца люди испытывают одиночество и напряженность, что требует консультации психиатра. Они что, соскучились по государственной цензуре? По конфискации имущества государством во время войны? Или по ночным арестам ЧК? Как бы то ни было, это Лэмп, похоже, ведущий специалист в своей области. Отлично. Если она сможет прекратить звон самых слабых звеньев великой цепи, пусть ее. Я знаю тебя. Символ на твоей руке означает, что ты смертник. Прошло 10 лет, Дельта, с тех пор, как на моих глазах ты приставил к голове дуло пистолета и нажал на курок. Стоит отдать тебе должное. Твоя боль породила рай. Не знаю, как тебе удалось выжить, но теперь твои страдания закончены. Эти люди облегчат твое бремя. Пожалуйста, пойми, что, как и все мои поступки, это проявление любви. Это София Лэм. Она нашла тебя. Мила, очень. Теперь ты знаешь нашего общего врага. Софию Лэмп. Камера в твоем шлеме позволяет мне видеть то, что видишь ты, чтобы помочь тебе сражаться с ней.
осторожно. Камеры системы охраны работают на Лэмп. Но при достаточной сообразительности ты сможешь использовать их в своих целях. Детка! Отец, это я, Элеонора. Я чувствую, что ты пришел в себя. Мама больше никогда не сможет обращаться с тобой так, как прежде. Этот плазмид для тебя. Думаю, сейчас ты сможешь им воспользоваться. Пожалуйста, найди меня. Противников предметы. Можно даже ловить гранаты и кидать их обратно. Весело проводит время с девочками из Варьете. А если кто начнет задираться, бам! Без меня не было бы восторга. Город бы не смог существовать без Атлантического экспресса. Райан впервые объехал его весь в вагоне моего поезда. Но теперь все помешались на личных батисферах. А мои рельсы соединяют между собой только самые старые районы восторга. Так что город просто позабыл обо мне. Зато на счету в банке у меня полно денег. А эта мода на частный транспорт скоро пройдет. Белое не есть черное, доктор Лэм. Верх не есть низ, а уголь не есть золото. Посмотрите вокруг. Восторг — это не чудо. Это продукт здравого смысла, при котором 1 + 1 — это 2. И величина А равна самой себе. И тем не менее,
В одиночку каждый человек является пленником собственных заблуждений. Мечты, иллюзии, фантомная боль в ампутированной конечности. Для кого-то они так же реальны, как дождь. Реальность – это всеобщее согласие, а люди теряют веру. Сходите прогуляйтесь, Эндрю. В восторге идет дождь, а вы попросту решили его не замечать. Эти люди сидят на каком-то генетическом чудо-наркотике. На стенах повсюду встречается надпись «Мутант». София Лэмп использует против тебя мутантов. Большие папочки, ее рабы, охраняющие младших сестричек. Однако кто-то же разбудил тебя. Мне известно о связи между тобой и Элеонорой, Дельта. И чтобы спасти себя, ты непременно придешь за ней. Но Элеонору ждет великая судьба, которую ты с ней не разделишь. В раю нет для тебя места. В этической психиатрии мы должны учитывать роль эволюции. Депрессия, панические атаки, сексуальные патологии – все это ответы на механизмы естественного отбора. Ирония в том, что именно благодаря этой теории люди Райана пригласили меня сюда. Они ошибочно приняли исследование законов природы за поклонение состязательности. Запомни, Элеонор. Следует познать зверя, прежде чем его можно будет уничтожить. Добро пожаловать в цирк ценностей! Быстрее! К лифту! Ты сам виноват! Вот что рассказали мне дети. Ты очень старый большой папочка, связанный с одной единственной малышкой. Когда ты слишком долго находишься вдали от нее, твое тело начинает отключаться. Ты впадаешь в кому. Пока девочка остается в восторге, ты здесь как в ловушке. Твою малышку
Зовут Элеонора Лэм. Она дочь Софии. Ее держат в здании Фонтейн Футуристикс на другой стороне города. Ты должен добраться туда и спасти ее, пока не поздно. Смерть доктора Сушонга оказалась серьезным ударом для программы «Защитник», но я занял его место и потихоньку восполняю пробелы, образовавшиеся по его небрежности. Мы вновь входим в рабочий ритм, однако я недоволен. Да, большой папочка защищает девочку, однако он запрограммирован только на битву, подобно овчарке, бродящей со стадом до тех пор, пока на него не нападет волк. Когда же младшей сестричке ничего не угрожает, он относится к ней как к предмету мебели. Нам нужно нечто более сильное, нерушимая психофизиологическая связь. Ты видишь? Вот почему я должна убить Софию Лэмп. Она использует вновь созданных малышек для чего-то. И мне пришлось вернуться, чтобы спасти их. Если я этого не сделаю, еще больше детей погибнет. И кошмар Восторга никогда не конь. Жители Восторга, это объект Дельта. Под этой маской скрывается враг народа. Бессердечный и беспощадный. Это животное. И как одна семья, мы должны вырвать у него клыки и бросить обратно в море. Мне надо завести девочек в вагон. Лэмп это место по камушку разнесет, лишь бы найти тебя. Защити нас, пока мы не окажемся в безопасности. Благодарю. Мне очень жаль, но теперь я вынуждена тебя оставить. Есть другие люди, которым я должна помочь, прежде чем город будет затоплен. Этот человек Синклер. Он на нашей стороне. И он отведет тебя к Элеоноре. Прощай, Гер Дельта. И удачи тебе. Вы только посмотрите. Настоящий рыцарь в доспехах и на железном коне. Меня зовут Август Синклер, эсквайр. Жаль, что они добрались до старушки Тененбаум. У нас с ней были общие интересы в штаб-квартире компании Фонтейна. Там, где ты найдешь Элеонору Лэм.
Думаю, мы с тобой могли бы вместе поработать. Поезжай на поезде в парк развлечений. Добро пожаловать в цирк ценностей! Увидимся там. Восторг находится в руках женщины по имени София Лэмб. И это она в ответе за похищенных с поверхности детей. Ее мутанты уничтожили мой подводный аппарат и вынудили меня спасаться бегством. Здесь в билетной кассе безопасно. Синклер — ценный союзник, хоть я и не могу ему полностью довериться. Я уже спасла нескольких новых малышек. Все они хотят знать, как мы вернемся домой. Жаль, что я не могу им этого сказать.